Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире очередное 28-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Документом от 1307 года король Ошин предоставил налоговые льготы купцам Монпелье. За сообщение о совершенном против армян геноциде лицензия на вещание турецкой радиостанции приостановлена. МИД Германии отозвал посла Турции из-за жеста серых волков, сделанных демиралом. Экспедиция обнаружила новые памятники, одна из которых – пещера в селе Алицор. Курьез, когда президент признанного диктаторского государства выдвигает обвинения в адрес нашей страны. Армянский финал. Наши спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по борьбе. 3 июля состоялось очередное 28-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Повестку дня представила заместитель председателя Национального собрания Западной Армении Гаянэ Татэвосян. На заседании присутствовал президент Республики Западная Армения Лидия Маркусян и председатель Национального совета Республики Западная Армения Арменак Абрамян. Лидия Маркусян выступила с приветственным словом. В первой части повестки дня участники обсудили соглашение касательно интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний Всемирной организации Объединенных Наций. Депутаты выразили позицию, приняв соглашение за исключением статьи 4, которая стала предметом бурных обсуждений. Президент Арменак Абрамян также высказал свое мнение, сделав определенные акценты. Во второй части участники обсудили конференцию, проводимую Музеем Институтом геноцида, на которую также подал заявку президент Арменак Абрамян. Музей-институт поблагодарил президента за проявленный интерес, но, увы, организаторы не приняли кандидатуру, заявив, что он не соответствует критериям на признание геноцида конференции, в то время как президент Арменак Абрамян – единственный, кто включил свою кандидатуру в вопросе прав армян Западной Армении после геноцида в рамках ООН и международных органов юрисдикции. Участники заседания обсудили главные вопросы повестки дня. На фотографии документа от 1307 года, где король Ошин, правитель армянской Киликии, предоставляет налоговые льготы купцам Монпелье, купцы получили право на свободный вход и торговлю в портах Киликийского королевства. 17 ноября 1307 года молодой король Левон IV и дядя Хетун II были убиты, попав неподалеку от замка Анаварза в ловушку монгольского полковника. Ошин заявил о своих правах на престол. Против него был его старший брат, бывший царь Самбат, который, вернувшись из Константинополя, желал вновь стать царем. Между братьями завязался спор. В результате победил Ошин. Официальная коронация состоялась 4 сентября 1309 года в церкви Святой Софии Тарсуса. Ошин Хетумян, 13-й король Киликийской Армении из династии Хетумян, родился в 1283 году в семье короля Левона II и королевы Еран, принадлежащей королевской династии, был младшим сыном. Высший совет радио и телевидения Турции приостановил действие лицензии на вещание радиостанции в Стамбуле. Об этом сообщает Эрмени Хабер. Отмечается, решение было принято из-за невыполнения ранее принятых решений и продолжения противоречащей инструкциям практики. Ранее деятельность радиокомпании была приостановлена на 5 дней. Причиной тому был гость эфира, который использовал фразу «109-я годовщина депортации», получившее название резни и геноцида на армянских, то есть османских землях. В распространенном заявлении радиостанция опровергла правильность принятого решения. С приостановкой вещания было подано заявление о рассрочке полученного денежного штрафа в том виде, в котором оно было указано в решении, и приняв его, была произведена первая частичная оплата. «Очевидно, что мы не были склонны к борьбе против закона и идти против решения в обход суда. Мы пытались продолжить добросовестный процесс. Правовые меры, связанные с принятым решением, будут реализованы. АКИК Радио, который вещает 30 лет, и впредь будет продолжать вещание в соответствии с журналистскими принципами и той же ответственностью». Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Турции в МИД по поводу жеста серых волков на матче сборной Турции по футболу с Австрией в рамках чемпионата Европы. Об этом сообщает Риттер со ссылкой на МИД Германии.
Нашумевший жест турецкого футболиста осудили министр внутренних дел Германии и правозащитные организации. Напомню, вчера во время Евро-24 разгорелся скандал. Более того, футболист опубликовал в социальной сети X свою фотографию, где он продемонстрировал жест серых волков, написав: «Как счастлив тот, кто может сказать, что он турок». Как отметила министр внутренних дел Германии Нэнси Фрейзер, власти Германии ожидают, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит вопрос о санкциях. Мировые СМИ уже сообщили, что УЕФА начал расследование инцидента. В июне 2024 года экспедиция научно-исследовательского центра историко-культурного наследия провела исследование в селах Сваранц, Танзатап, Алидзор, Харжи, Статев Сюнихской области. Во время полевых работ под проливными дождями экспедиция обнаружила несколько новых памятников, одна из которых – недавно обнаруженная пещера в селе Алидзор. Также были составлены проекты охранных зон. Президент Баку, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Канады Кевина Гамильтона, сделал ряд бессмысленных и необоснованных заявлений, вновь подтвердив свои территориальные претензии к Восточной Армении и непоколебимый курс по вмешательству во внутренние дела нашей страны. Об этом сообщает Общеармянский союз Гармаш Ширван Нахачеван. Отмечается, это настоящий курьез, когда президент страны, признанный по оценке международных правозащитных структур и организаций диктаторской, выдвигает обвинения в адрес нашей страны, в то время, когда именно он за последние годы развязал как минимум две крупномасштабные войны против Восточной Армении и Арцаха со всеми их возможными последствиями, которые однозначно можно охарактеризовать как преступление против человечности. Говоря о международном праве, не имеет ли в виду Ильхам Алиев 120 тысяч армян Арцаха, в то время, когда он и довел невинное гражданское население к гуманитарной катастрофе на почве этнической и расовой дискриминации? Не является ли радикальным нарушением международного права создание военных, политических, пропагандистских и гуманитарных условий, которые можно объединить в термин «этническая чистка» и охарактеризовать как геноцидализм? Вспоминает ли президент Баку погромы и резню, грабежи и насильственное переселение, совершенное в отношении армян в Сумгаити в 1988 году, в Баку в 1990 году, в Мараге в 1992 году и других армянских и армянонаселенных районах, в результате которых вся историческая территория Гармана, Ширвана и Нахачевана была лишена армянства? Неужели Ильхам Алиев не вспоминает уничтожение армянского кладбища в Старой Джуге? И как получилось, что президент, который сегодня говорит о правах человека, несколько лет назад сделал героем своего соотечественника, зарубившего топором армянского офицера? Всеармянский союз Гармаш Ширван Нахачеван решительно осуждает заявление президента Баку. Две медали за один вечер завоевали представители Восточной Армении на чемпионате Европы по греко-римской борьбе Ю-20 в Сербии. Гаспар Тартарян встретился в финале с Грайером Оганесяном, представляющим Россию. В армянском финале победил Оганесян. Эрик Терматовасян в малом финале победил борца из Хорватии и стал бронзовым призером чемпионата. Напомним, накануне бронзовую медаль чемпионата Европы до 20 лет завоевал Юрик Овиян, в малом финале досрочно победивший турка Энеса Улку. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!